И всем привет, ребята, с вами сегодня опять я, Лёша. Только в этот раз я снимаю про, как же, ну, по названию вы уже поняли, как же хряпнуть боди схаб, да, боди хаб, ну или как-то так. Для чего, как же это сделать? Для начала, если у вас есть эта программа, ну вот это вот, заходите в нее, ну вот где она, вот, допустим, не знаю, сейчас у меня все вылетит. Да, секундочку. Вот. Заходите сюда, у меня игры. Просто заходите вот сюда и вот берете ее сразу же, берете свою программу, потому что она у вас не лицензионная. Берете нафиг ее, удаляете и все. Вот, вот этот файлик. Или можете зайти панель управления. Ла-ла-ла. Так, удалить программы. Заходите сюда. Сейчас у меня все прогрузится. Тут ищите свою программу. Вот она. Нажимаете другой кнопкой мыши и удалить изменения. Потом удаляете ее. В описании будет вот этот вот пакетик. Вот он. Вот он. Просто обязательно его вы должны скачать. Заходите в него. У вас будет тут вот такая вот фигня тут. Так, это читать вам не надо будет. Устанавливайте мой батис, ну, батисхаб, ну или батихам, я не знаю, как правильно читать. Тут, разумеется, соглашаетесь. Тут все, да, соглашаетесь, куда устанавливать его. Сохраняйте его туда. Просто обязательно вы должны запомнить, куда его установить, или иначе вы ничего не поймете. Потом нажимаете установить. Я не буду устанавливать. Потом запоминайте самое главное, после как вы его установили, там будет галочка, будет галочка, когда вы установите, типа запуска, ну, запустите его. Ни в коем случае его не запускайте. Ни в коем просто случае его вообще никогда не запускайте, когда вы его установили. Потом после установки опять заходите в мою папочку. В этот раз у вас тут будет вот этот вот пакет, я его переименую, назову его пони. Вот, заходите в этот пони. Тут у вас будет вот три этих файлика. Заходите, где ваша прога для съемки видео, и кидайте эти два файла сюда. Но я их не буду их сюда кидать, потому что у меня сейчас снимают, у меня может все вылететь. И все, и у вас будет крякнутый батисхаб, и все, ваша программа. Все, ваша прога крякнута, она будет после 10 минут вам не будет выдавать типа такую ошибку, типа зарегайтесь. Вот смотрите, вот это, как вы видите, тут окошечко, вот смотрите, типа то, что она лицензия у меня. И тут доступна новая версия, но я не буду новую версию качать и вам не советую, потому что может вылететь. Да, не надо. Так что вот пользуйтесь этой версией, тем более нормальная версия. Тут много чего есть. Ну, в принципе, над этим все, что я мог сказать вам. Также можете нажать шаблон и выбрать вот эту фигню, чтобы было в HD формате, как я это делаю. И потом сразу выложить. Я вот это вот все делаю без монтажа, мне это не надо. Ну ладно, в основном это было тех, у кого не лицензионный батисхаб. Я надеюсь, вам это очень сильно поможет. Так что, ребята, всем удачи и всем пока-пока.